Последний вечер. Сейчас такой мы едим. Пробовать. Снимать начали. Целый кальмар, зажаренный на гриле. Последний завтрак у нас здесь. Сейчас мы скоро уезжаем. Выезжаем уже из отеля. Вчера купались целый день в бассейне. До этого, ну, один раз, то есть один день всего бассейну посвятили. Все время на море ходили. На пляже. В бассейне тоже мне понравилось. Не песка, конечно, ничего не прилипает. Захотел в туалет сходил, захотел, переоделся. Ну, здорово. Плавали вообще шикарно вчера. Сегодня день попрохладнее, хорошо, нам повезло, мы уезжаем. Надо, может быть, еще экскурсии возьмем в Хании, потому что у нас вечером только самолет. А из отеля нужно выходить в 11. Целый день еще. Классно все. Народу никого нет сегодня. При отеле. Какой? Ну, вон, еще что-то у него петля на шесте. Ну что, кого-нибудь вылавливать, если кто утонул? Чистит бассейн. Ну, я понимаю, петля-то зачем? Ну, у него там пылесос там должен быть. Да? Нет. Красота, надышаться не можем морским воздухом. Так здесь здорово. Дыши, дыши, курильщик. Такой красивый уголок здесь, такие искусственные эти. Искусственные, вообще издалека не поймешь. Настоящие или нет. Хороший отель. Мы даже дали не 3 звезды, а 3,5. Если бы он был побольше, с анимацией какой-то, то... Можно было 4 звезды присвоить, так как чистый, кстати, очень чистый после ремонта, я думаю. Давай. Напротив сосед тоже выехал. Я ванну тогда не снимала. Такая ванна шикарная. Я прям себе бы такое хотела. Зачем она придет убирать? Когда снимаешь?
Мы же здесь жили. Это же по-настоящему, а не постанова. Шикарный душ с ручным душем, самое главное. Когда вот одна вот эта вот из стенки льет, ну, трубка торчит душ, то очень неудобно. А когда вот так вот, я вообще такое вот не видела раньше. Очень удобно. И большая кабинка, просторная, прям моешься с удовольствием. Классная ванна. Так, собрались мы уже, чемоданы собрали, в основном все собрали. Очень большая комната. Я не знаю, наш, наверное, второй этаж весь тут поместится. Дома, который. Все тут комнаты, сколько тут квадратов. Ну, на 3 человека, правда, рассчитано, но все равно просторная. И еще и с кухней можно было есть готовить, но мы не готовили. Кому вообще очень классно можно и сэкономить на этом, конечно. Но в ресторанах было так вкусно, что мы не могли себе отказать ужинать в ресторанах. Очень вкусная еда. После английских ресторанов это просто замечательно. И вот что еще хорошо у нас было. У нас не была солнечная сторона. То есть солнце уйдет сейчас вот утром. И целый день у нас был тенечек. Не прогревала комнату. Хорошо, плотный штор, правда. И вот балкон какой большой. Можно было зарядку делать. Но мы ленились, конечно. Только курили. Я не курю, конечно. Здесь вот такой вот загончик. Ну и все. Прощаемся, уезжаем. Еще день в Хании проведем. Первый раз мы были в Греции. Нам очень понравилось. Замечательная страна. Очень такая теплая она, действительно.